Полиция против браконьеров. На Камчатке в самом разгаре операция «Путина-2013». Мобильные бригады оперативников дежурят в местах незаконного промысла, на реках и в Охотском море. Специальные посты выставлены на дорогах. Крупную партию красной икры, почти 270 килограммов, обнаружили в багажном отделении обычного рейсового автобуса. На автостанции в Петропавловске-Камчатском его встречал местный предприниматель. Нарушителя застали врасплох как раз в тот момент, когда он грузил деликатес в свою машину. Кстати, в тот же день сотрудники МВД изъяли еще и около полутонны рыбы лососевых пород, тоже браконьерской.